Привет всем, это исследователь. Хочу рассказать про поддельный провод, кабель для компьютера. Не первый раз уже попадает он у меня, точнее второй. Я-то давно с проводками вожусь. А тут человек дал, сказал, говорит, я купил за 50 рублей, подумаешь, проводки-то все одинаковые, они нифига не одинаковые. Это вот поддельная просто сранина. Они все делают плохо. Здесь я разобрал уже. Просто вот смотрите, как определить. Штекер, видите, разборный. Здесь вот щель. И легко раскрывается. Это здесь я вот не разламывал, он просто легко раскрылся. То есть он такой разборный. Это сразу значит, что он некачественный. Потом он жесткий очень. Вот видите, толстый и жесткий. Ну, то, что нет, то, что толстый, это хорошо, но он жесткий. И это нифига не самсунговский кабель. Сделан под самсунговский. Это просто говняный кабель. Питание он делает меньше. Если, например, вам нужен 1 ампер тока, то он делает где-то 0,6 ампера. То есть в два раза медленнее начинает заряжаться. Помимо этого говна, у него не задействован один контакт. Четвертый. Сейчас покажу. Сейчас я поставил максимальное приближение. Так, а нет, вот так развернуть. Видите? По бокам питания, три посередине передача данных, плюс-минус, а четвертый контакт, его просто нету. Он не сломан. Пытаюсь подсветить. Видите, его просто нет. Поэтому, когда устройство подключаешь, он пишет, что устройство не определено, хотя контакты остальные работают нормально. Вот такие вот ужасные кабели, продают их, ну что там, за 50 рублей или за 100, хотя нормальные уже можно купить рублей за 150, за 200. Купил я универсальный двухсторонним подключением кабель. Нормально работает, хотя толстоватый. И питание не понижает. Так что вот такие кабели не покупайте вообще. Они и питание занижают, устройство заряжается в два раза меньше. Жесткие, неудобные. И нету четвертого контакта, который отвечает за подключение устройства. Когда подключается, тогда он видит устройство. Активное устройство. Здесь он просто не задействован. Вот такой вот говняный кабель. Даже не знаю, как его использовать. Я хотел у нормального кабеля развалился штырек. Я хотел взять этот штырек. Но у этого штырька нету контакта одного. То есть фактически он мне ничего не даст. А обычно разваливается вот этот маленький. Второй раз уже повторю. Такой кабель мне попадает. Люди покупают. Попадаются на это говно. Потому что люди бедные. Государство грабит. Охеренно всех грабит. На этом все, ребята. Пока. Буду снимать дальше всякие полезные ролики.